Так, ладно, я проснулся, я жив. У Купера паника, у меня на самом деле тоже, честно скажу. Рот ебал я этой игры. Я сейчас, ну, такой стресс, блядь, испытываю. Ну, ладно, не скажешь, что прям сильный, но, блядь, все равно. Нервишки немножко сдают такой хуйней заниматься, блядь, в эти базы врываться здесь жить. У, сука. О, так, ладно, перед выходом проверяем. Значит, сначала надо проверить 9-миллиметровый. Достаем пистолет, четверка. Разряжаем. Здесь есть 9 миллиметров? 38 Special, 44 Magnum, 9 миллиметров без магазина. А их нету. А их, сука, нету. Тогда хуй с ним. Заряжай пистолет. Похуй, пока так, убираю его. Никто не шумит. Так, где тут, сука? Темно, пиздец. Надо осколки стекла сейчас вот здесь на краешек положить, да. Если вдруг буду ходить, я хотя бы на них наступлю, услышу, что я у края. Так, теперь. Надо как-то пробросить здесь веревку. Для этого нам нужно что? Нам нужен молоток. Нам нужна непосредственно веревка и коробка гвоздей. Вытаскиваем. Так, можно ли ее сейчас здесь пробросить? Нет. С перил ее тоже не пробросить. Но по идее, если сломать пол... Сейчас, ладно. По идее, если сломать пол под окном, тогда можно будет с окна бросить веревку. Но я не уверен. Если не сработает, тогда... Надо пиздец. Выбраться-то я отсюда, конечно, смогу. Бля, очень перегружен. Выбраться-то отсюда я смогу, конечно, спрыгнуть просто, по идее, ногу не сломая. Но... Это пиздец, тогда я не знаю, как тут делать все убежище. Я сейчас, кстати, окно разбил. Можно, сука, кто-то набежит сюда. Может быть, они под самой вышкой. Но, бля, если бы они стояли под самой вышкой, опять же, я бы, наверное, их слышал. Так вот. Давай вот здесь ты сломаешь пол под окошком. Все, теперь окошко туда вниз. Так, не ебануться бы теперь. Кувалду давай опять нахуй. Она очень тяжелая. Стекло, блядь, стекло с пола подбери. Что, кстати, по кроссовкам? Что с моей обувью? Состояние нормальное еще. Так, по идее, теперь можно пробросить как-то веревку. Повесить веревку простыня. Ну, давай. Хуяк. На это ушел гвоздь. Да, 99 гвоздей стало. Так, теперь пойдем, раз я стекло забрал. Теперь я его хочу, блять, аккуратно. Купер, не пизданись, я тебя умоляю. Вот здесь вот стекло, нахуй, под дверью. Все, если наступаешь на стекло, значит ты у обрыва. Не считая этого места. Конечно, ходить тут, блять, да, неудобно. Наверное, не надо было это окно разбивать, надо было выход на эту сделать здесь. Ну, да хуй с ним уже, неважно. Так, я все еще перегружен. Так, ну давай пока, наверное, гвозди мы нахуй, молоток нахуй. Картечь у меня с собой, патроны с собой, кексика мы ебанем. И что у нас, кстати, с бинтом здесь? Давай перебинтуемся еще перед выходом. Зажил. Ой, охуенно, я еще и выздоровел. Можно заниматься теперь эксплорингом всей этой хуни. Есть ли, кстати, здесь 9-миллиметровые? 38, 45. Хуета нет, вот это давай заберем. Думал, может, пистолет еще зарядить, бинт почистить не могу, воды с собой нет. Надо все теперь как-то потихоньку сюда перетаскивать. Я, конечно, хотел вышку не эту занять, но ситуация как бы была такая, что выбирать не приходилось особо. Я хотел ту дальнюю самую. В целом, это возле каких-то домиков, казарм тут тоже неплохая. Что за домик? Свет можно? Какой-то неплохой жилой домик, да. Кто-то, сука, здесь жил. Видимо, какой-то офицер. Здесь можно спиздить и диван, и кресло, и тумбу, и часы, и флаг, и все, что хочешь. Свою вышку. И это круто. Я, сука, опять перевешен. Чем, блядь? Что я ношу с собой такого тяжелого? Коробок с патронами, наверное, хуя ношу. Ладно, пока пьем. Пока меня напрягает то, что, блядь, я когда ложился спать, зомби было дохуя. Сейчас же я не вижу никого. Поэтому мы, наверное, так вот на картонах потихонечку и пойдем. Время 5 утра.
Не вижу ни одного зомби, блядь. Боевиком в руках, кстати, не так тяжело. Колье с символом инь-янь, наручные часы электронные, черные. Какая-то карта. А где трупы военных? Так, а, о, вот тут, сука, уже кто-то есть. Вот ты давай, розовый. Тем с той стороной стены им похую. А вот тебе не похуй, да? Как я, кстати, буду свои вещи поднимать с машины в вышку? Вопрос хороший. Это, во-первых. Во-вторых, теоретически здесь... А, вон, смотри, на вышку поднялся. Пидорас, окно уже мне там разбил. А во-вторых, я хотел сказать, теоретически я могу сделать таких вышек много. То есть я сейчас, мне ничто не останавливает того, чтобы сделать здесь такую же веревку, свесить и вот это все. И сделать много вышек, в которых я могу жить. И при необходимости я могу быть, ну, как сказать, непривязанным, короче, к одному месту. Бери это кровавленный. Вот здесь вот мои 9-миллиметровые, пожалуйста. Армейские ботинки. А я в красу... Я хочу армейские ботинки, блядь. Спрашивайте нахуй. Кроссовки открепить нахуй. Все, ебать, армейские ботинки. Армейская куртка лес. Складная кровать. Можно кровати понапиздить, их тут много. Что у нас здесь? Армейский жетон одевай. Все, я военный. Теперь армейский рюкзак. Хуета. Ну, то есть он вообще не хуета, его надо будет забрать сейчас будет. Но я хочу с ним зомби разобраться. Мне кажется, возможно, я делал небольшой перерыв. Мне пришлось перезаходить в игру. Ну, вот когда я спать лег, это мне... Были дела, я отходил. Возможно, я вышел из игры, зашел, и зомби, типа, куда-то делись, хуй знает из-за этого. Не исключаю такой, как бы, вариант. Этот пидор поразбивал все окна здесь. Сука, заметил. Вот бы я красиво к нему со спины подкрался и ножом его так. Убьешь его, нет? Да. Так. Нож можно не беречь, тут ножи дохуя. Ну, блядь, пока мне на самом деле рили мысль, что надо так и сделать. Принести еще сюда кувалду, молоток, всю хуйню с гвоздями. Даже не выкладывать их. Тряпок я сейчас с этих наберу, сделаю. Побежали туда пока. Здесь вот, кстати, что валяется? Берет окровавлен. Похуй, давай, сюда берет. Ух. Очки авиатор, ну, такие у меня есть. Надо еще поискать где-нибудь источник воды здесь. Именно не краны и кулеры, а может быть какая-нибудь река, хуйка, по идее, здесь же остров. Можно где-то рядом что-то есть. Куртку, кстати, наверное, давай снимем, чтобы тебе жарко не было. Неплохо, сука, блядь, смог закрепиться. Очко сжималось, пиздец. На самом деле все это делать, ну, блядь, я смог, я справился. Фух, бля, сейчас я себе вышек, таких сейв-вышек понаделаю, вообще будет охуенно, смогу рели по этой базе бегать. Пока, наверное, разгружу картечь, и надо 9-миллиметровку хотя бы одну сейчас распаковать. И где-то мой пистолет основную. Здесь магазины надо зарядить. Да зарядим сейчас волыны, соберемся, беру, короче, с собой молоток, гвозди и пойду хуярить вышки. И кувалду. Машину, походу, я не знаю, если что-то придумаю, но, наверное, я остался без машины, блядь. Потому что, походу, она до конца там так и будет теперь, блядь, стоять, блочить тот проход с города. Пистолет заряжен, убираем кобуру. Так, куртка, наверное, ее пока закину здесь. Пускай, хуй с ним. Наверное, эту вышку пока основной сделаю. Буду здесь пока базироваться, в основном. А там посмотрю, какая из вышек мне больше приглянется. Может быть, я где-то в здании смогу найти двухэтажное здание, организовать там что-то подобное. Вот, тоже в целом было бы неплохо. Так, наверное, отвертку с собой носить не буду. Диссредства тоже носить не буду. Грязный бинт мы с собой больше не носим. Топор, наверное, еще пригодится отбиваться. Так. Значит, берем тогда кувалду сейчас в обе руки.
Я на самом деле под завязку почти загружен. И хочется спать, он нихуя не выспался. Я, наверное, сейчас сделаю так. Я сейчас организую себе вторую, как бы, вышку там, и под ней лежали детали кровати, и я ебану себе кровать на той вышке. Понаспишу кровати, в каждую вышку их притащу. Бедняга Купер, видимо, на стуле спал. Вот это все очень мало поспал, не выспался нихуя. Эти чилибонки. Что это у тебя на спине такое черное? А какая-то оборванная одежда. Причем с капюшоном, по-моему. Эти тут так и будут теперь стоять, куколды из города. Ну и пускай стоят, вообще охуенно. Ну и, видимо, я буду пока считать. Теория пока моя такая, что это все из-за перезахода. Видимо, перезаход мне очень зарешал. Блять, я ее изнутри не открыть. Хуево, что теми дверями пользоваться нельзя. Если бы у меня в вышках двери были рабочие, был бы вообще шик. Никак. Стекло ебаное валяется. По идее, раз оно тут валяется, давай мы сейчас убрать остатки. Убрать остатки. Перелазим. Сделаем вот здесь вот себе сейчас спуск. А что ты... Нихуя, он прям через стену отсюда ломает. Ну, ебанутый Купер. Так, кувалду пакуем. Теперь ты, сука, ты как раз мне сейчас пригодишься. У меня там две веревки тогда ушло, да? Судя по всему, две. Похуй, сделать тряпичную веревку. Все три. Сюда нахуй свою одежду. Теперь повесить веревку. Изумительно. Дверь заперта. Труп сюда свой давай, нахуй. Поперли его отсюда. Блять, сейчас бы пошел, а? Такая музыка напряженная, как будто что-то происходит, но по факту, конечно, я окружен, много зомби, ой-ой-ой. По факту они за забором стоят и все, нахуй. Сбрасывай давай труп. Пить хочу. А попьем. Неплохо, неплохо. Газировку нахуй. Так, теперь. Берем вот это в основную, это в дополнительную. Похуй, куртку давай заберем. Положим ее здесь. По идее, блять, ладно, я сейчас нахуй кувалду эту дверь вынесу. Буду через дверь ходить. Так, теперь снять, снять. Поставить. Вот так, хорошо, вот здесь вот так вот. Все, есть кроватка у нас. Кувалду берем. Носим нахуй дверь. Я не знаю, я, конечно, наверное, до какой-то зимы, там, до холодов здесь не доживу. Я даже не надеюсь. Но просто интересно, работает ли это так, если в здании нету дверей и окон, будет ли в нем холоднее, чем при их наличии? Так, стоп, я хочу сначала, перед тем, как сносить лестницу, еще сейчас. Работает схема? Или только на стекло, нахуй. Вот так вот забрали, все. Схема работает. Так вот, нахуй, ступени прям. Перила остались, ты похуй. И хуй с ними, с этими перилами, залази. Осколки, нахуй, где там мусорка? В мусорку. Веревка. Да, две три... Значит, со второго этажа сделать спуск, это две тряпичные веревки нужны. Так, здесь тоже куча всякой приятной хуеты. 9-миллиметровки, рации, ножи. Даже это трогать не буду. Армейскую куртку положим. Кувку. Армейскую кувку ложим. И спать нахуй, отдыхать. Все, Купер, давай. В 9 утра, конечно, ложиться такой себе, блядь, но... Что делать, если уж молодой спать хочет? Не, ну давай просыпайся, 3 часа уже. Нормально, поспал, отдохнул. Так, берем с собой кувалду. И пошли строить еще вышки. Представим, что я разработчик из Ubisoft, нахуй, делаю вышки. Так, кто там хуярит, блядь, на моей базе? Так, две руки давай сразу. Веревка 0,8 тогда уберем. Таминки пахать, наверное, не буду. Все равно, сука, перегруженный хожу. Мне это не нравится.
Патроны убрал нормально. Витаминки давай сложим. Все, вот так вроде неплохо. Пойдем поищем Купера, хуй знает. В столовой, может быть, сейчас. Хотя, наверное, не стоит сейчас пока рофлить. Хуй с ним. Похуй на эту базу пока. Она от меня никуда не денется. Надо сейчас побольше таких сейф-зон сделать. И тогда уже можно будет черебонькать. Хотя, блядь, ладно, пока мимо прохожу, сука. Любопытство распирает. Вот оно, нахуй, от Купера все, что осталось. Берет и двухстволка. Купер, ты где? Купер, а Купер? Выходи, блядь. Нашел. Нашел. Купер, брат, иди сюда. Он уходит. Сейчас попробуем к нему подкрасться. Жалко молодого, да, я знаю. Ну а, блядь, а что? Мне кажется, добивать его это милосердно, чем оставлять вот так бродить. Купер. Ой-ой-ой, сейчас вот так. Прости, Купер. Батя, вот тут зажигалку отдавай. Флаг. Ну, кстати, все в избранном. Связки ключей есть? Скалка, нож. Ну, нож отдавай. Ботинки. Давай ботинки. Разбуем Купера, беднягу. Я знаешь что, блядь? Я его заберу. Я найду лопату, я клянусь, я найду лопату. Нет, я его не заберу, он слишком тяжелый, блядь, лежи. Хуй с ним. Я его закопаю, я клянусь, я его похороню под вышкой где-нибудь. Он достоин лучшего. А так пока у меня сейчас, сори, извини, брат, я за тобой вернусь, я тебя закопаю. На базе стало довольно-таки спокойно. Блять, рили, я не знаю, это очень странно. Походу, рили, как-то зомби все исчезли, попереспавнились, блять. Я хз, теперь нет этих военных. Некого, блять, лутать нормально. Что за хуйня? Ну, с другой стороны, я предполагаю, я потом в другой раз перезайду, они все появятся. Может, еще что-то будет. Хуй знает пока, ладно. Не мне как бы жаловаться. Вон, вижу еще одну вышку. А мне нужны... А, нет, ну смотри, бродят здесь все равно. Кстати, вот и военные вышли. И их, кстати, трое, блядь. И ну их в пизду пока. А кувалду я с собой не взял. Где ее проебал? А где кувалда? Ебаный в рот. Я где-то у Купера бросил, когда его подбирал. Или на вышке оставил. Что-то я так это... А, точно, я же бросил на земле вот здесь. Ёбаный в рот, где там? Вон он лежит. Пошел Купера проверять, ее оставил. Лопату надо найти. По идее, там, где ангары были, там такие, но... Как индустриальная хуйня считается, там вполне может заспавниться лопата. А с лопатой я смогу вырыть могилку. Давай посмотрим, что у нас по защите. Че армейские ботинки дают? 100 и 100. Пфф. Ебать, они клевые. Да, защита 100, защита 100. Улучшение скорости бега 0.85. Они режут немножко бег. А ботинки обычные, не армейские, 0.9. Так что мы прямо сейчас их переобуваем. Они меньше режут бег, а защиту дают 100. Но эти армейские я оставлю. Пригодятся тоже. Купер немножко промок. Давай посмотрим, где ты там промок. Температура кожи, термоизоляция. Непонятно, тут, кстати, не видно, где он промок. Так, эти пиздюки там что справа? Вон, кстати, здание явно двухэтажное. С хуйней для вертолета, у них там посадочный. Мне, кстати, по идее, сейчас самое основное, мне нужны тряпки, я, блядь, не взял. Давай, выбивай нахуй дверь. Здесь, кстати, источник воды вот рядом. О, да, слышишь, вот здесь можно сломать, ходить за водой, изи.
Полицейская дубинка. Магазин Magnum. Походная сумка. Приятный лут. У меня тряпка-то одна, да? Веревка. Да, пока кувалду. Хуй с ним, давай сейчас. Ух ты, я качнулся, да ладно. Бег качнул. О, нихуя себе, Купер, даешь. Давай кувалду здесь оставим пока. Флаг распакуем, похуй, повесим уже здесь на стенку. Надо будет одну из этих вышек потом выбрать, какой-то основной, где я буду преимущественно большую часть времени проводить, куда весь лут стащу. Опа, блядь. Это, блядь, частная территория. Ты что тут забыл, нахуй? Ну-ка, с вышки полетел, блядь. Выследил меня, сука. Хуя. А, стоп, он на самом деле все красиво. Ты, блядь, молодой. Ты же не понимаешь, какую ты мне услугу сейчас оказал. Я же сейчас тряпку сделаю. Ну, тряпку, веревку. Руба, народ. Спасибо. Так, ну по идее, ну сюда вот, наверное, прокинем сейчас. Так, кувалду. Кувалду. Нет, нет, и, блядь, возьми ее. Ебаш окно. Нахуй. Теперь уничтожить. Кстати, осколки стекла можно уничтожить. В порошок, нахуй, стер это все. Все. Теперь ломаем пол. Сзади там не обходят? Нет. Повесить веревку. Проверяем. Слезть смог. Залезть смог. Все, вылази. Пойдем ломать лестницу. Уничтожить лестницу, нахуй. Я думаю, пока я здесь... Я не думаю, что откуда-то оттуда могут, блядь, взяться зомби, поэтому я думаю, это не, ну, не ошибкой будет сейчас сделать вот эту дырку. Чтобы выходить к воде можно было. И набирать, если что. Набирать, где-нибудь кипятить. Армейские ботинки, у него жетон. Так, а вот тут... Нахуй кладу. Топорик. Подходим. Подходим. Ой, как хорошо, что ты лег. Сейчас я на тебя встану. Ой, все, нахуй, домой. Разобрались, все. Пойдем дальше смотреть. Думаю, еще где-то... Блять, инвентарь, уберись. Где-то вот в той части есть. Так. Молодой человек, я занят. Его можно было, кстати, кувалдой угандошить. Ничего интересного по луту. Так, вот это что за здание двухэтажное? Отойти чуть-чуть. Даже можно как-то попасть. Тоже веревку сбросить. Возможно. Кстати, возможно, была ошибка делать дырку туда, он одна зомби там бродит. Надеюсь, что это... Да, блядь, что тебе надо? Блядь, нахуй. Ну-ка, сейчас вот так кувалдой. Не! Она там как, не ломается? Нет, нормально еще. Там их пару штук бродит. Какой-то генератор вижу. И ангары здесь уже. Наверное, я хуй знает. Я думаю, три вышки вот так в трех частях вот, ну, вдоль этой стены базы мне, наверное, и хватит даже. Тогда, наверное, я среднюю вот эту первую ее и сделаю основной своей базой, раз она посередине. Буду там базироваться. Ну, там явно вышка есть. Вот эта вот песочная хуйня, она явно к вышке идет. Но ее тут, сука, сторожат. А, вон там есть вышка, похуй, давай ту возьмем еще себе. Вышек много не бывает, блядь. Сука, кто-нибудь, развернитесь. Давай. Кто-нибудь один только, пожалуйста. Вот ты черный, давай, я у тебя перед глазами буду маячить. О, хорошо. Подходи. Жать. Нахуй. Бля, кувалда ничего такая.
Рты, лежать. Лежать, сука. Блять, в голову не попал. Ну. Не, два удара, нахуй, даже не в голову, нормально. И ты. Не. Не. И, конечно, наверное, махать заебываешься сильно. Я прям слэдж-хаммер, ебать. Так, тормози. Отдайте мне, пожалуйста, ваши эти, блять. Нужна ваша одежда. И веревки есть, все, заебись. Надо будет еще эти вышки кровати. А, о, это вот та вышка дальняя, в которой я спал. Ха, вот она где. Нашлась. Я тут уже окно разбивал, поэтому сразу сейчас уничтожить вот здесь под окном. Угу. И уничтожить дверь. И какая-то сука сюда идет. Где ты там, блядина? Нахуй. Так, вот этот труп. Он мешается здесь. А, перегруз ебейший. Давай быстренько его спустим по лестнице. Нахуй отсюда. Все. Так, устал очень сильно. Пить хочу. Сейчас все пофиксим. Блять, это я так осколки со стекла, нахуй. С пола, блядь, осколки стекла подбираю, бред. Перелеса подобрал. Хорош, блядь. Магиош Купер. Так. Кувалду сейчас еще нам надо будет. Это избранное не надо открепить. Две руки. Будет вот это еще сломать сейчас. И можно будет здесь посидеть, даже отдохнуть. Хорошо. Здесь тоже патроны, боеприпасы, вся хуйня. Так. Мы сейчас стул вот так вот здесь вот поставим. Вот так вот, да, чтобы на выходе так можно было сесть, тут посидеть. Почелебонькать, подумать о том, о сём. Хочется пить, а пить, сука, нечего. Ну, придется тебе терпеть тогда. Спать не надо, отдохнуть. Я думаю, хватит, все, на фул отдохнул. Так, я еды, ничего с собой уже нету. Ладно, сейчас пойдем тогда обратно в ту вышку основную. Думаю, 4 вышки мне уже за глаза тут хватит. Там, небось, кстати, еще что-нибудь дальше, пятая какая-нибудь есть. Ну, думаю, хватит рили уже. 21.50, на самом деле, можно уже домой дойти сейчас, надеюсь, без происшествий. Хотя стой, блядь, пока я... О, сука, вон пачка. Нет, зря я пиздел, что их на базе нет, они есть, просто, видимо, рассосались так. Ангар хотел лопату поискать сейчас сразу. Для Купера второго. Никого, никого. Тут рыжий какой-то лежит и мертвый. Мертвый. Здесь, кстати, ящик как-то хуя, блядь, здесь. По-любому лопату найду. Изолента, неплохо. Очень много картечи. Семена картофеля. Вряд ли я до огородов доживу, но буду себя тешить мыслью, что они здесь есть, если что. Семена можно будет посадить. Вот, кстати, детали для машины лежат. Двухстволка, картечь. Даже забирать не буду, мне это оружие здесь. Тем более, я думаю, то здание надо будет в ближайшие пару дней тоже, которое было с этим, с решетками на окнах, с кувалдой прийти разъебать. Не просто ж так там, блядь, решетки на окнах у них. Грустно, без лопаты пока, ну ладно. Тут еще пару таких ангаров есть, может там что-нибудь найду. Ладно, пора уже спать, пиздовать. Поесть и спать. Блять, этих надо... О, он с сумкой. Я хочу его. Давай даже кувалду вас сейчас буду пиздить. Тут есть дохуя армейских таких больших сумок. Но мне не нравится, как они выглядят, бля, они очень большие. А у этого простенько что? О, нихуя. Черная сумка. Школьный портфель. Сука, отдавай. Хочу. Сумку в сумку пока. Потом поменяю. Буду не со спифа гонять, а с черной. Все-таки у меня anyway, я переношу сколько? 14 мест, а сумка 15 вмещает. То есть
Армейской переносит там, ну, допустим, 30 чутовку, я ее нагружу. Она, конечно, уменьшает вес сильнее, да, но все равно будет тяжело. Да, нормально. Небольшая сытость, голод утолил. Жажды нет, все, можно спать.